Партнер – компания «Телетрейд». Эксперт на финансовом рынке. Как и сообщали аналитики компании «Телетрейд», Комитет Федеральной резервной системы США на прошлой неделе вызвал сильное движение на рынке. Новости среды заставили многих участников рынка поволноваться. Не менее интересной торговой операции будет и текущая неделя. Во вторник и пятницу ожидаются сильные движения. Важным событием данной недели является инфляционный показатель индекса потребительских цен США, который будет опубликован 24 марта в 17:30 по Перми. По прогнозам, индекс должен остаться на прежнем уровне 1,6%, а это позитивный фактор. Приближение показателя инфляции к 2% будет означать повышение процентной ставки США, что приведет к росту американского доллара. Сильные движения прошлой недели не переломили тренд доллара, и американская валюта продолжает свое укрепление по всем фронтам, оказывая давление на многие валютные пары. Экономические индикаторы, которые публикуют на этой неделе Великобритания, вряд ли окажут сопротивление в паре с долларом США. Фунт доллара находится в нисходящем канале дневного таймфрейма, отталкиваясь от пробитой линии поддержки 1.4950, стремясь к сильному уровню 1.4105. Во вторник в 14:30 по Перми ожидаем индекс потребительских цен в Великобритании. Учитывая последние данные, покупательская способность падает, а это значит, продажи фунт доллара продолжаются. Курс американской валюты увеличивает свои позиции, определяя основные тенденции. Канадский доллар на этой неделе не подвержен фундаментальным факторам. Именно поэтому летит, как и фунт-доллар, вслед за валютой США. Американский доллар по отношению к канадскому доллару имеет явно восходящую тенденцию, сформировав за собой коррекционный коридор 1.2370-1.28. В отсутствие сильных данных из Канады цена может колебаться в рамках данного диапазона всю неделю, выход из которого обозначит дальнейший путь. С большим потенциалом встречает неделю швейцарский франк. Опустившись до сильных уровней, претендует на мощное восходящее движение, но пока находится в раздумье. Доллар-франк приблизился к месячной линии сопротивления. Пробитие в районе 1.0150 даст сигнал на покупку пары в долгосрочной перспективе. Ближайший уровень фиксации прибыли 1.108. Учитывая силу данного уровня, цена в течение недели может тестировать сопротивление несколько раз. Аналитики сообщают, что наступившая неделя будет предельно активной. Ожидаются важные новости, как следствие внутридневные колебания. Эксперты компании «Телетрейд», в свою очередь, готовы делиться своими торговыми сигналами.